Друзья, доброго времени суток. Приветствую вас на канале. Напоминаю, мы проходим игру «Зло внутри». Это вторая часть. Первая глава у нас закончилась. Мы начинаем вторую. Так, продолжаем. Верстак. Можно всякие компонентики создавать. Давайте посмотрим. Создание предметов. Пистолетные патроны. На два пороха. У нас есть 13. У нас есть 13. Тималочку сделаем. Мишение что-то. Мишение. Нам нужны детали оружия. У нас их пока подождем. Значит, есть еще кустарное производство. Есть, значит, еще кустарное производство, но там можно создавать только патроны. Ящик с припасами. Отлично, холёные патрончики. Так. У нас есть резонанс. Надо пройти к нему. Что это было? Понятно. Так, Валю в кабинет. Сядем. Какого черта? Эй, выпустите меня! Детектив Кастелланос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Снова вы? Как вы сюда попали? Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае, приятно заглянуть в знакомые глаза. Даже если эти глаза слишком много повидали. У вас усталый вид, детектив. Надеюсь, я смогу вернуть вас в норму. Совсем как раньше. Способности лучше. Время, здоровье, бой, скрытность. Давайте для начала увеличим здоровье. А, нам не хватает стык. Хорошо. Здесь у нас. Ты.
нужно еще немножко поднакопить. Что-нибудь прокачаем в скрытности. Так, вернемся к зданию. Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Довольно далеко. Но другого пути нет. Боже, надеюсь, это Лили. Что происходит? Если так пойдет дальше, от Юниона скоро ничего не останется. Нужно найти тот сигнал. Город конкретно разрушается. Хочу с тобой драться, уходи. Боже, прости мне мои грехи. Боже, прости мне мои грехи. Боже, прости меня. О, Господи, умоляю, я согрешил, но только не это. Умоляю я. Боже, прости меня, мои грехи. Боже, прости меня, пожалуйста. Умоляю, Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, Боже, прости меня. Боже, Боже, умоляю тебя. Перезаряжайся.
по-моему, еще один был. Порох. Гель. Это, скорее всего, метр. Да, блядь! Уж так страшно-то. Эти твари стащили тела в одну кучу. Но зачем? Как это забрать? Это живучая тварь была. Еще 200. С ножом.
вас много тут. Нас не услышали, отлично. Какого? Это была Лили? Лили, ты здесь? Это я. Куда она пошла? Лили, все хорошо. Это я. Черт. Так, спокойно. Как попасть внутрь? Это ее кукла. Лили была здесь. Господи, она в беде. За нею гонятся. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно. Пойдем, выйдем. Thank you.
Ладно, Лили, куда же ты убежала? Какого? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Так, новый резон. Что такое? Черт, патроны кончились. Так, рукопашную пошли. Очень быстро патроны закончились. Так. Только у нас арбалета-то нету. Это на дробовик, где сам дробовик-то? Thank you.
Ну, еще разочек. Кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Нам нужно патроны. Я думал... Патроны есть? Я думаю, что...